С вами канал Сад, Огород, Цветы. На прилавках магазинов появились в большом количестве луковичные, в том числе и луковицы любимых лилий. Как не ошибиться в выборе? Каких критериев стоит придерживаться? Итак, критерий номер один. Ни в коем случае не покупайте сухие, без ростков и корней лилии. Такой товар не имеет запаса питательных веществ. И вряд ли эта лилия даст красивое и бурное цветение. Критерий номер два. Не надо брать луковицы, уже использованные в выгонке, так как такая луковичка отцвела при искусственно созданных условиях и сильно истощилась. Третье. Луковица должна быть крепкой, сочной, с прошлогодними корнями и зачатками корешков Нового года. Весной у луковицы должен быть росток. Это дело обычное. Четвертый критерий. Если вы видите у продавца цветущую лилию и она вам понравилась, то смело покупайте ее. И, наконец, пятый критерий. Очень важное дополнение – это размер сажаемой луковицы. Чем она крупнее, тем сильнее вырастет из нее цветонос, тем крупнее будут цветки, да и количество их будет больше. Размер луковицы дается в сантиметрах и меряется, так сказать, по талии. Самые крупные луковицы имеют размер по окружности 20-22 сантиметра. И даже 22+. Я желаю вам красивого цветения и правильного выбора.